На развитие бизнеса делает ставку президент страны в своем послании. Немало задач в этой сфере у специалистов Департамента государственных доходов. К примеру, нужно вывести предпринимательство из тени. Как это сделать, журналистам рассказал руководитель областного фискального органа. Государство на стороне бизнесмена. В своем послании президент говорил о микрокредитовании. Сумму займов банки должны увеличить до 16 миллионов тенге. Это будет способствовать развитию семейного предпринимательства. Нурсултан Назарбаев отмечает, что нужно улучшать бизнес-среду, вовлекать в нее еще больше людей. К примеру, с этого года зарегистрировать свое дело стало гораздо проще. Нет необходимости уплачивать сборы за регистрацию. Просто есть обязанность в течение 10 дней уведомить органы госдоходов о том, что начата предпринимательская деятельность. А потом в последующем осуществлять уже деятельность и представлять соответствующие отчеты. В прошлом году ведомство оказало более 564 тысяч госуслуг. Около 15% из них электронные. Среди североказахстанцев именно они становятся все популярнее, отмечает Жаналинов. Но главное, чего удалось добиться департаменту госдоходов в прошлом году – завести 219 уголовных дел на лжепредпринимателей. Сумма ущерба порядка 618 миллионов. Возмещено порядка 388 миллионов из этой суммы. Еще дополнительно наложен арест на имущество 45 миллионов. В прошлом году департамент госдоходов пополнил казну региона на 69 миллиардов тенге. Александра Салмина, Мажан Ахмадина, Жулдызбек Ермуканов. Новости МТРК.